7 марта смотрите новый выпуск игрового шоу «Наобум». С нашей бомбочкой сразятся студенты и преподаватели Академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. Абсолютно любой человек не может быть госслужащим. Но если молодой человек чувствует в себе желание служить государству, быть полезным своему отечеству, никаких проблем у него при поступлении не будет. Делайте ставки, чей словарный запас больше. Слушайте, каково учиться в президентской академии. И запоминайте правила русского языка.